Привет-привет! Всех поздравляю с открытием нового каталога номер 16 компании Oriflame. Я сажусь сделать первый заказ, уже накидала в корзиночку все, что я хочу. И сейчас проверю, что у нас здесь интересненького и что-то, может быть, нужно будет убрать. Ой! Ой, у меня тут подарков сколько добавилось, посмотрите, обалдеть! Сумка, набор продуктов, а что здесь в наборе? Класс, водичка, я как раз... Такая водичка мне как раз нужна. Супер! Посмотрите, сколько подарков это за новичков. Я обожаю своих новичков. Как классно! И новички получили подарки, и я получила. Слушайте, сколько мне придет целая коробка. Я радуюсь, что у нас есть доставка на дом. Представляете? Сумка, какой-то набор продуктов. А, мы открыли. Потрясающе. Еще? А, мы его открыли. Вау! Ну, все покажу потом в видеообзоре. Давайте не тратить время. Итак, что я заказываю? С последней странички беру смягчающее средство. Далее, два геля для душа, сливовый и апельсин, красный апельсин. Смотрите, как преображается цена. 208 рублей стоит, если один брать. Если два, сейчас идет акция. Каждый по 139, а со скидкой 111. Я выбрала себе несколько аксессуаров. И один из них это серьги-трансформеры с подвеской за 599 рублей. Вот знаете, меня эти серьги очаровали. Вот настолько они крутые, такие эффектные, увесистые. Хотя на самом деле они не тяжелые, очень даже комфортные. Масочка тканевая для лица. Кстати, ребят, сразу скажу, маску использовать один раз, не нужно ее класть в холодильник, хранить и использовать повторно. Если в маске осталось много-много еще жидкости, а такое бывает, я, по крайней мере, открывала маску, там очень много, то можно использовать одноразовые сухие масочки, которые у нас продаются в серии Novage по 15 штук. Там можно наборчик взять и вот сюда забросить сухую масочку, а то, что вы использовали один раз, уже нужно выкидывать. Далее, я беру набор кардамон и хлопок, а меня очаровал этот аромат, и получается весь набор всего 479 рублей, два продукта придет. Беру себе побаловать себя любимую парфюмерную воду Giordani Gold, новинка. Беру парочку туши с эффектом накладных ресниц, тоже там они у меня под заказ. Беру попробовать крем клюквенный чай. Я попробую сейчас, посмотрю, мне кажется, очень красивый. В следующий заказ прям побольше закажу на подарки. Далее, крем антиперспирант для ног, это под заказ клиентка, это клиентка заказала, это тоже клиентка, это, кстати, все одна клиентка, та самая, с которой случайно мы встретились, познакомились в магазине, она увидела у меня в руках каталог и сама подошла, вот это уже от нее третий заказ. Так, это тоже под заказ, набор свидания во Франции. Удлиняющая тушь для ресниц, новинка. У меня девочка заказала 311 рублей, она выходит по акции. Так, и мыло мята и малина. А я не знаю, кто это мыло у меня заказал, сейчас посмотрю. А, да, это тоже эта девочка заказала. И две помады у нее в заказе. Посмотрите, у меня также в заказе, а куда пропала? Ага, сейчас я добавлю. Я хочу взять со скидкой. А у меня тут еще, кстати, один продукт. Это женские витаминки, третий шаг. Четвертый придет уже бесплатно. Это очень хорошие новости. Так, здесь мы все просмотрели. И я перехожу на шаг предложения. И здесь очень много предложений из каталога, но они тут обозначены со скидкой. И знаете, это правда удобно. Ой, я бы вот это еще взяла. Ну, следующий заказ. Сейчас моя цель вот отправить первый заказик. Подарочные наборы клевые. Тоже хорошая акция. И чуть это предложение каталога, то есть, ну, помимо каталога, ой, слушайте, как я люблю вот этот гель интимный, классно, может мне его взять, сейчас разберут все, так, но мне надо всего, чтобы было 150 баллов, подождите, следующий заказ включу, вот тут я ищу мой любимый карандаш для губ теплая корица, если появится, я его еще возьму про запас. Так, это мне все не нужно. Раскрываем больше продуктов. Я не видела пока этот раздел, поэтому вместе с вами смотрю. Сразу выцепляю то, что мне нравится, то, что может быть нужно, или кто-то вот у меня любит, клиенты, некоторые товары. И бывает такое, что их даже сняли с производства, а люди... Ой, нажала добавить. Нет, не надо, извините. Так, нажала, да, ну там откажусь, ладно. И вот эта строка, так, куда мы добавляем скидку 50%, вы знаете, долго я думала,
Мише не понравилось, а мне нравится. Я посмотрела, мода 2020 год, леопард в тренде, поэтому я беру сумку, морду леопарда. Она выходит всего 520 рублей. Мне нравится. Это двухсторонний клатч. Если помните, с одной стороны мех, с другой стороны у нас под кожей. Так, нужно удалить часы, которые я сюда добавила. Вот эта сумка. Так, где часы? Где часы? Вот эти, наверное. Да, а как удалить? Вот корзиночка, вот эта вот штука обозначает мусорку. Удалили. Так, 151 балл. Шикарно. Еще раз просматриваю заказ. О, сколько подарков будет. Обалдеть просто. Так, смягчашку хотела, это хотела. То есть беру сейчас то, что срочно и то, что важно. Ой, кстати, мне клиентка еще одна писала. Сейчас я проверю. А, может быть, от нее еще один заказ пришел. Да, слушайте, еще прислали смс-ку, три кода. Сейчас я проверю, что здесь. Может быть, я тогда что-то свое уберу, другой заказ. Просто самое главное, аквабуст, тональная основа. Угу. Сейчас баллы прибавить. Самое главное мне, что первый заказ я всегда делаю максимально для клиентов. Еще одна тональная основа, аквабуст. И еще один код, 34300. Здесь что? Парфюмерная вода, Love Potion, мини-спрей. Так, у нас стал заказ, 170 баллов. Обалдеть. И посмотрим, что я могу перенести в другой заказ. Ну, например, вот это я могу перенести. Ну, жалко, да, прям. Туши, 8 баллов. И тут все под заказ. Ну, надо же. Наверное, сейчас сразу буду садиться второй заказ формировать. И уже поднаберу все вот наборчики какие-то возьму. Окей, тогда сейчас все это удалю. То, что она прислала смс-кой. Чтобы мне не путаться. И Love Potion. Вот, и отправлю пока первый заказ. Такой 151 балл. Все себе. И кто первый заказал. Вот так вот сделаем. Так, убираю то, что мне не нужно. Например, пакетиков у меня полно, я отказываюсь. Далее, смотрю, что мне не нужно. Wellness-гид у меня есть. И клиента всех обеспечила. Так, мне приходит 10 каталогов за 210 рублей. Чудесно. Один каталог за 7 рублей. Прекрасно. Тут все у нас в подарок. И я перехожу сразу к доставке. Доставка мне нужна на дом. Все отлично. Смотрите, доставка на дом бесплатная, потому что заказ более 4000. Оформляем заказ. В заказе 41 продукт, 7135 баллов. А, так, скидка 520 рублей, 50%. Это круто быть в премьер-клубе и иметь скидку 50%. Далее, сумма заказа 7135 рублей. Но скидка составила 4027 и к оплате всего 3108. Потрясающе, мне очень нравится. То есть нам на балансе тут всегда оставляют деньги для оплаты заказа. То есть 60% от суммы заказа мы можем оплачивать чем? Вот этими деньгами, которые от нашей зарплаты. Зарплату нам выплачивают за счет, либо вы имеете кэшбэк 10%, 150 баллов, если делаете, или у вас есть команда 9% и выше, и вы уже получаете скидку за команду с общего товарооборота всей команды. Так вот, часть денег остается всегда вот здесь, вот в личном кабинете, остальное переводит на карточку, если сумма большая. И я нажимаю последнюю кнопочку «Оформить заказ». И уже в четверг получу заказ, сниму видео, все буду пробовать на видео. Конечно, я заказала не все, что хотела, но, возможно, я еще что-то потом дозакажу, потому что хочушек очень много, но надо, как говорится, расставлять приоритеты. Что важнее, что больше всего понравилось. Ну, еще у нас же впереди будет и 17-й, и первый каталог, так что я думаю, что еще какие-то аксессуары я буду брать из каталога. Все, спасибо за внимание, удачи вам, классного каталога, много заказов и классных доходов, высоких доходов. Пока-пока!